Друзья, мы сейчас узнаем у молодого поколения, у тех людей, которые формируют наш завтрашний день и уже влияют на сегодняшний с нами в программе три сложных или непростых вопроса, или важных вопроса. Тимофей Котов, он является администратором церкви «Источник жизни», одной из старейших, одной из влиятельных церквей города Санкт-Петербурга, культурной столицы России, и мы сейчас узнаем, чем живет сегодняшняя молодежь, как она находит ответы на эти вопросы. Тимофей, тебе 31 год, да. Ты женат, у тебя четверо детей. Есть такое. Ты счастлив в том, чем ты занимаешься. Да, в служении очень. Ты сын пастора, который тоже сын служителей, да, знающих Бога, являющихся также частью семьи. Уже, получается, твой папа третье поколение, да, ты четвертое, и твои дети — это пятое поколение верующих людей, которые, ну, практически там с конца войны, да, вот с этого периода, да, да, пережили встречу Бога. И вот ты видишь, что твоя семья — это просто такой поток людей, которые являются непосредственной частью вот духовной жизни, причем не отвлеченной, а самое что ни на есть реальной, да, потому что молитвы, вознесенные тогда, они реализуются по сей день, и в твоем сердце, в твоих решениях, угу, в том числе, они провели твою семью через вот эти годы испытаний, лишений, самых разнообразных событий. Вот ты родился в каком году, получается, у нас? В 88-м. В 88-м году. Да. Вот как ты встретил Бога? Когда я родился, у нас в Гатчине у моей бабушки с дедушкой были собрания, и там был Карл Густав Северин, благословенный служитель Божий, и та, через него Господь очень сильно двигался в Санкт-Петербурге, вообще в Ленинграде, тогда в Ленинграде. И я родился, и мой папа принес, чтобы меня благословили, и он попросил Карла Густава это сделать, он говорит: я не благословляю детей. Но вдруг посередине собрания он остановился и говорит: принесите этого мальчика, я его благословляю. Он стал благословлять меня, сказал такие слова моему отцу, что когда он вырастет, он будет радостью для тебя и будет тебе помощью и поддержкой. Что, в принципе, случилось спустя там, да, 31 год. Я могу сказать, что сегодня я служу в церкви, я помогаю отцу. И мое знакомство, на самом деле, оно было очень... У многих, да, есть яркие истории. У меня, я не могу сказать, что это там супер яркая история. Потому что я родился в верующей семье, я с детства говорил на иных языках. Уже тогда я знал, что такое Бог. Родители об этом не говорили. Воскресная школа. Все вкладывали огромное количество знаний о Боге. Но самая главная роль для меня сыграла — это то, что по ночам я просыпался от того, что в комнату наполняло присутствие Божие. И в этот момент я видел, как мой отец молится на коленях, моя мама. Я видел, что для них это не просто правило жизни или просто они в церкви одни, дома они другие, а это вся жизнь их такая. И я помню, как в 16 лет, достаточно такой возраст, когда мы бунтуем, у меня были там отношения с девушкой, и родители были очень против. И они говорили: нет, ты должен поехать с нами в Севастополь отдыхать. Я говорю: я хочу остаться дома в Питере, ну как 16 лет, остаться один в квартире, целая история. И родители в буквальном смысле меня за шкирку, то есть они меня расхватили и затащили в машину, я там, так сказать, ругался. Сопротивлялся. Да, ну не сильно, но как бы, насколько я мог, да, позволить себе 16 лет. И я уехал туда, в Севастополь, и я помню одно утро, я все переписывал, кстати, телефоны у нас уже появились с девушкой. И я проснулся рано утром, было так просто прохладно на юге, когда ты спишь под простынью. Закрыл окно, лег в кровать, и вдруг я очутился во сне на улице. Я на улице, я не вижу машины, я не вижу людей, но я спокоен от этого. То есть как бы мне никто не показывает период, это было чистое видение. И я знаю, что я с кем-то иду, то ли кого-то держу за руку, но я иду, гуляю, легкой прогулкой, вижу только небо. И вдруг в один момент все это небо, все облака, которые есть, они собираются в одну кучу, рассеиваются, и спускается город. Новый Иерусалим. Вау. И я просто в шоке. Мне сложно до сих пор сегодня описать формы башен, которые там были, цвет, это что-то изумрудное, жемчужное, что-то. Это невероятно. То есть это не было блеклое, это нет, было что-то это яркое. Это настолько яркое, что это просто... И я вижу, и я вдруг начинаю слышать, как люди покидают тела, выходят. И я думаю: вау, наконец-то Иисус пришел, вот мы дождались, я дождался этого.
И я просто беру и чувствую, как, знаете, как это падение с американской горки, когда ты где-то там вот резко проваливаешься вниз, это чувство, оно происходит в твоем теле, это также будет ворваться наша душа. И раз, и темнота, я открываю глаза и не понимаю, что происходит, а оказалось, что простынь просто лежит на моих глазах, и я думаю, что я попал в ад. Я скидываю себя простынь, я вот просто скакиваю с кровати, бегу в комнату, забегаю к отцу, говорю, папа, я сейчас такое увидел, это что-то. А он говорит, потом рассказывает мне, что в этот момент времени он молился дома, говорит, и была такая невероятная слава Божия, говорит, обычно, говорит, молишься утро за утром, а тут я молился, говорит, что-то невероятное. Я вот рассказываю ему это видение. Разумеется, в ту же минуту я написал девушке «до свидания», все, моя жизнь просто вот на 180, и я стал вот играть на гитаре, участвовать в церкви, все больше и больше, и такая настоящая встреча произошла, когда я уже поехал в Краснодар. У меня все связано с югом почему-то, не знаю, хотя я люблю север. И мы были на юге в лагере, и там они делали интересную вещь. Они сказали, что ты можешь... У нас есть молитва общая, и также мы вам даем 10 минут в день ходить и молиться духом на иных языках. И я думаю, ну хорошо, я попробую, почему нет, ну или как хотите, можете молиться. Но, разумеется, первый день лагеря, их там 14, ты ходишь, молишься умом за то, за папу, за маму, за бабушку, за дедушку, за все на свете. А потом начинаешь понимать, что каждый день за это молиться глупо, и начинаешь молиться на иных языках, потому что просто делать нечего. И за это время вдруг в этом лагере находясь, потому что я молился каждый день, со всякой постоянством, хотя я знал, что иные языки — это истина, и знал, что мне нужно в этом пребывать, я вдруг реально начал, для меня слово стало просто, оно стало выпрыгивать на меня, оно стало для меня живым. То, что я знал 18 лет, то, что я знал, видел, родители мои этим жили, вдруг стало для меня жизнью. И я просто приехал оттуда, я Библию перечитал за 2 недели или сколько, я просто вот, я ложился, я мог по 50 глав в день просто вот так вот читать, и меня впитывало, мне как будто бы я был голодный все 18 лет. И вот с того момента моя жизнь вообще кардинально поменялась, потому что слово стало просто доминировать в моей жизни. И вот это моя такая яркая 18 лет встреча, когда прям Бог вообще изменил, может, в 16 такой разворот, и в 18 прям встреча такая, которую я не могу забыть до сих пор. Ну что это было за встреча? Ну вот именно вот так она и произошла, что мы просто молились, мы просто читали, и это слово стало жизнью, и это вдруг стало для меня не просто какой-то верой моей папы, мамы, бабушки, прабабушки. Не просто знанием, да, каким-то. А это стало жизнью. Я стал видеть, что это слово, оно применимо каждый день. Я стал видеть, что оно актуально, оно рассказывает мне то, что я раньше не... То есть дает ответ на все мои вопросы. То есть слово стало плотью в буквальном смысле. Вот такая она. Встреча именно в лагере. Я просто как сейчас помню, каждый день я просто ждал этой молитвы, ты молишься, потом сидишь с Библией, целый день ходишь и читаешь, и ты не можешь никак это просто для себя. Вот такая для меня произошла. То есть оно стало живым. Вот живым 18 лет. Супер, спасибо. И я так понимаю, что это вот, и ты за кадром поделился тем, что это вот твоя страсть, твой огонь, да, который согревает тебя, освещает тебя, наполняет тебя каждый день, смысл, по сей день. Это смысл жизни. Больше, чем что бы то ни было другое. Да, я учусь каждый день оставлять вещи, которые меня пытаются на меня претендовать, на мою душу, потому что Иисус говорит, что если ты не возлюбишь меня больше, чем. И все то, что есть чем, я все время стараюсь это оставить ради того, чтобы... Ну, разумеется, ты заботишься о том, потому что тот же, кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. То есть Слово Божие, оно объясняет все. Оно объясняет, как тебе себя вести с семьей, как тебе себя вести с людьми. Ты должен любить людей, но при этом ты должен служить Ему и любить Его прежде всего. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Мы плавно переходим к нашему второму вопросу. Для все-таки множества людей этот вопрос, он может либо создать их жизнь, либо разрушить. Я даже от служителей, от пасторов церкви слышала, что вот если бы, как бы не моя вера вот в Священное Писание, как бы вот благословил бы развод там служителя с одной женщиной вот ради его служения другой, потому что одна пассивна, ну то есть она верит в Бога, но она никак не развивается, никак не движется, никак не поддерживает мужа вот в его устремлении, в его сердце. Вот. И другой человек, который встретился позже, настолько созвучен как бы вот главному призванию, но решение было принесено, решение было сделано, шаги предприняты, и прошло несколько лет, происходит другая встреча, но и теперь не переиграть. Поэтому брак, свадьба, союз, одно из ключевых решений. Относился ли ты к этому так же серьезно, и что ты положил в основу своего союза? Если честно быть до конца, сказать, что ты относился серьезно, наверное, в 22 для мужчины это глупо. Сказать, что он относится серьезно к своему выбору. То есть он видит своими глазами, он видит, что ему это нравится, он видит, что его это устраивает,
он находит какие-то созвучные вещи, там самые простые, там нам интересно, мы оба любим Господа, не просто любим его, как вот легко, там мы говорим, мы приходим в церковь, нам приятно, об этом да, нам приятно, а ты просто этим живешь, и ты видишь, как кто-то рядом с тобой этим живет, ты понимаешь, что, наверное, это основное в жизни. Конечно, там спустя годы, наверное, я по-другому бы сделал, там, возможно, я сделал бы не то, чтобы другой выбор, но мои бы критерии были бы сложнее. То есть, вот они... какие, интересно, насколько бы они усложнились? Ну, я не могу сказать, то есть я из тех людей, кто, в принципе, вообще, я уже сказал, да, не склонен начале, пересматривать какие-то. Да, во-первых, пересматривать я не люблю, во-вторых, другая история. Даже пересматривать, можно пересмотреть, переанализировать, это все не об этом. А самое главное то, что я уже сказал в самом начале, что я живу Господом. И если выбирать там жить с женой, например, то, конечно, там нужно все эти критерии пересмотреть. Их можно назвать массу, каждый настолько индивидуальный, и там можно просто устать их перечислять. А если мы говорим о том, что мы живем Господом, и все равно это рано или поздно в своем сердце нужно будет оставлять, наверное, легче оставить то, что тебе, может быть, кажется не настолько привлекательным. Хотя всегда будет такой момент, что ты будешь увлекаться, вообще душа свойственная увлекаться кем-то, чем-то, поэтому это невозможно исключить. И там тягу к своей жене, тягу к своим детям, сказать, это мои дети самые лучшие на свете, так все говорят родители, да, и жить этим это будет очень сложно. Я все время говорю себе, Тима, не прилепляйся к сердцам, ни к родителям, не прилепляйся к сердцам, ни к жене, не прилепляйся к сердцам, ни к детям своим, ни к близким. И это мне легко, потому что когда я скажем, я думаю, просто вот как раз вот это выражение, это значит просто не ставь их на первое место, потому что ты уже приобрел самый огонь. Ты заботишься о них обязательно. Нет, заботиться ты обязан обязательно. То есть Писание очень ясно говорит, что кто не заботится о домашних, тот хуже неверного. Я не могу не заботиться. Но имеется в виду, что ты не ставишь это главой угла своей жизни. Это не основание. Ты не прыгаешь вокруг. Если у меня будет вопрос стоять между тем, поехать мне куда-то или я должен остаться, например, там, с женой, потому что она там топнула каблуком и захотела этого, то, скорее всего, я выберу поехать, потому что и потом буду разбираться с этим вопросом, что почему этот произошел момент. Но, слава богу, у меня таких проблем не бывает, но смысл просто в том, что здесь вопрос приоритетности. Угождаешь ты человеку или Богу? Да, да. Я поступал, говорю, что если бы я был служителем человека, то я бы уже не угождал бы Богу точно. Поэтому здесь, ну, здесь очень просто. Есть забота, ты ее осуществляешь. Есть здравые вещи, ты же кормишь себя, ты же ешь, ты же кормишь свою семью, ты делаешь эти вещи, но ты не живешь этим, ты не прыгаешь вокруг этого. Вот и, в принципе, наверное, все мои принципы. Ну, самые простые. Знаешь, детально хочется, да, наверное, нет, что-то? Нет. Я хотела просто услышать от тебя как раз благодарность своей супруге, потому что то, нет, что ты можешь есть, так свободно рассуждать, это как раз огромная ее заслуга. Нет, вот она есть, безусловно, потому что человек должен тебя понимать. Вот. И понимание, наверное, оно там, не то, что наверное, оно там есть. То есть никто никогда не было такого, чтобы мне говорили, я говорю, мне нужно ехать на конференцию, мне говорят, нет, ты не можешь ехать на конференцию, потому что ты должен быть здесь. Наоборот, есть, вперед. Я разберусь сама. То есть, и это было, и за это я действительно благодарен. Потому что есть моменты, когда мы уезжали, допустим, сейчас в Финляндию, у нас была конференция, и мне нужно было забрать гостей из аэропорта, привезти их. Я поехал на своей машине, она на своей, она занялась всем, что связано с детьми. Там только вообще ничего не требует. А четверо детей? На одного человека. Сколько младшему? Младшему сейчас полтора. Поэтому, а старший 8, поэтому это все на ней, и я даже во время конференции вообще об этом у меня голова не болит. Я занимаюсь только конференцией, только служением, поэтому я, безусловно, за это благодарен. Просто, я говорю, все удивляются моему отношению, говорят, как ты можешь так вот говорить, как вы можете. Да дело в том, что у нас, в принципе, все отношения, они различны. И понимание тоже разное, и, соответственно, людям нас не понять. И я не пытаюсь, там, поймите меня, что я такой. У нас нормальные отношения, мы живем, мы понимаем, мы любим друг друга достаточно, там. И никто не развелся, все счастливы, дети здоровы, и дети растут в любви, это видно по ним, об этом все свидетельствуют, поэтому какие могут быть претензии? Ну, то есть, претензии есть тогда, когда есть какие-то вопросы, а вопросов у людей может быть только к моему отношению. Но мое отношение — это мое отношение, я такой человек. Ну, что с этим мне понять? Кажется, дело больше в формулировках, да, просто люди хотят больше слышать, они больше не знают, эмоций. Что я вкладываю, да, они не знают, что я вкладываю в это. Поэтому, ну, а я не хочу рассказать то, что я вкладываю, потому что это мое личное. Я считаю, что вообще, в принципе, семья — это личный вопрос. Ну, то есть, вот ну, у тебя есть, смотри, ты будешь пастором. В какой-то момент уже самостоятельно. Не факт, абсолютно не факт, потому что я должен быть к этому, я верю в то, что есть призвание. То хорошо, есть... ты будешь когда-то венчать пары или будешь ты когда-то я уже вести? Венчал, вот. Я уже венчал одну пару. Что является частью твоего водительства, какие вопросы ты задаешь молодым людям, ты видишь, готовы они или нет, готов ты им сказать, ребят, вы слишком в эмоциях, вы слишком придумываете себе то, чего нет, я вам
не разрешаю жениться. Ну, во-первых, у меня нету ту пару, которую просила меня сочетать, у меня не было над ними такой власти. Они были моими родственниками, моей двоюродной сестрой. И они попросили очень, потому что им хотелось, чтобы это был я, и там обстоятельства этому способствовали. Я с ними говорил, я видел их отношения частично до, я понимал, что они живут в чистоте, что они действительно друг друга любят, они уже там не один год встречаются, там приличный срок времени к тому моменту был. И я понимал, что это серьезно, это серьезный настрой людей. И, соответственно, самое главное, я просто спросил их прежде всего, что вы хотите от меня во время церемонии, вы хотите, чтобы это было вот так или так? И они спросили максимально просто, понятно. Но в тот момент, когда я за них молился, я скажу, что это было особенно, потому что я никогда до этого не сочетал пары. И мы верим в помазание, что оно приходит. И когда ты молишься, благословляешь будущую семью, помазание настолько сильное пришло, что у меня вообще не осталось никаких вопросов в том, что действительно Бог сочетал. А то, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Поэтому, кстати, включая этих людей, это вот интересная мысль. Люди не понимают, думают, что то, человек да не разлучает, имеется со стороны. Сами люди не имеют права это разлучить, потому что вот это Слово Божие так нам говорит. Но бывают разные ситуации. Я говорю, брак, вот вообще тему брака, я ее не то, что не люблю, она настолько сложная. Все, вот каждая ситуация, она индивидуальна, как и отношения. Каждая ситуация индивидуальна, здесь нужно разбираться с ведущим людям в слове. Точно мне не молодому, потому что я вообще говорю, что я сказал так. Я когда-нибудь буду, возможно, помогать кому-то в браке, возможно. В случае, когда мне будет там лет 70, я проживу со своей женой уже там лет 50, я скажу, вы знаете, я могу вам кое-что, наверное, сказать. Вот только так. Ну, ты не чувствуешь к этому как бы водительство и сердце. К пасторству? Ну, к вот наставничеству молодых. Вообще нет. Я занимаюсь молодежью частично, я там веду прославление у них на молодежных собраниях. Для меня не то, чтобы я не чувствую водительство, я просто считаю так, что если я был бы призван пастором, то если это есть на мне призвание, то пускай оно откроется. Если нет, то нет. Если Бог скажет, ты пастор, иди и делай, я пойду. Если нет, то нет. Я делаю то, что Он скажет мне. Просто моя задача — главное слушать, а не говорить. Вот. Очень забавно, очень интересно. Последний вопрос в отношении семьи. Скажи, пожалуйста, хочешь ли бы ты быть таким суперродителем сверхдуховным, который знает и молится о будущем своих детей, знает их призвание там и так далее. То есть как ты это делаешь? Все очень просто. Все рождается на коленях, и рождается это в тайной комнате. Ты приходишь, и ты молишься Господу о своих детях, ты открываешь перед ним свои чаяния. У меня отец, когда у меня был с ним конфликт, он никогда не высказывал мне в лицо прямым текстом, там, ты не прав, там, возлюби Бога, там, он там, не бил мне там 10 заповедей. Вообще не было этого. Он просто уходил на колени, молился, и это меняло мою жизнь. Поэтому я верю в то, что супердуховный родитель — это не тот, кто наставляет постоянно. Ты должен наставлять в слове, когда ребенок готов это слышать. Но чтобы он готов был это слышать, нужно сделать очень простые вещи. Первое, я даю совет всем это родителям. Меня привозили на каждое собрание. Я был в церкви. Я в воскресенье не ходил на футбол, я был в церкви. Когда были собрания, конференции, я был в церкви. И дети, они впитывают эту атмосферу. Я сам эту атмосферу впитал. И я верю, что мои дети также ее будут впитывать, также ее впитают, и мне не потребуется много усилия. Как есть одна еврейская мудрость, которая гласит, что говори о Боге с ребенком с детства. Иначе потом, когда он вырастет, тебе придется много говорить о ребенке с Богом. Поэтому здесь очень тонкая мысль в том, что нужно как можно больше сеять, но сеять не тогда, когда ты хочешь, а когда ты чувствуешь, что это правильно. Я верю в водительство Духа, которое ведет нас. Когда говорить слово, сказанное вовремя, оно всегда лучше, чем тысяча слов. Вопрос именно об их предназначении, кем они будут, для тебя он не является каким-то важным. Я не буду их делать из них спортсменов, я не отдаю их в спортшколу. Я спрашиваю, если хотите заниматься спортом, пожалуйста, хотите делать это. Я знаю только одно, что они призваны, и я молюсь о том, чтобы их призвание на их жизни, которое Бог определил, оно исполнилось. Я уже знаю некоторые вещи, там, некоторые служители пророчества, как бы мне пророчествовали в детстве, мне о моих детях, и я просто складываю это все в сердце и молюсь, и я понимаю, что моя задача — помочь им войти в это призвание, а для того, чтобы мне это сделать, мне нужно также слушать Дух Святой, чтобы он меня направил, как это сделать для того, чтобы им было это легко. И они были достаточно разумны, чтобы действовать в этом с мудростью, а не просто так вот, мы призваны, чего призваны, непонятно. Ну, видишь, в свои 30 лет ты достаточно зрелый, мудрый. Спасибо моему отцу. И умный, да, да, да. Он очень много посеял. Это очень здорово и отцу, вообще всему служению и семьи, потому что ты, безусловно, вот я вижу в тебе воплощение чаяний твоих предков, которые благословляют своих внуков, правнуков и так далее, и так далее. То есть это просто потрясающе. И в том числе твоя уверенность как раз вот в том будущем и предназначении своих детей, она подкреплена теми молитвами, которые до сих пор перед лицом Божьим до сих пор работают. Да, они не пропадают, они не падают там со стуком на пол. Последний вопрос.
будучи там пастырем, наставником, скажем, уже все равно и для людей твоего возраста раньше, и даже те, которые приходят в церковь старше гораздо. О чем ты считаешь нужным поделиться в плане определения призвания? Есть ли разница призвание и, скажем, миссия, и там какое-то дело, и профессия для тебя? Я знаю, что есть различные, скажем, люди думают, что, допустим, пасторство там, это очень там простая какая-то функция, или там работа, значит, это точно что-то не духовное. Я вообще очень просто определяю для людей то, как им вообще быть и находиться. Мы знаем историю апостола Павла, что он находился в Антиохийской церкви очень долго после того, как он ярко обратился к Господу. Там, если посчитать, примерно 14, по-моему, лет он находился до того, как Дух Святой сказал: «Теперь отделите мне их, чтобы они пошли на служение». И то есть вот это нахождение в церкви — это очень важная часть, которую многие упускают. Многие думают, что я призван, теперь я должен бежать служить здесь, там и тут. Я знаю, что на мне есть определенный дар служения. Есть пятивидное служение, о котором мы говорим, и есть дар учителя, один из пяти даров. И я знаю, что он работает в моей жизни, когда я делюсь словом, об этом не я говорю, об этом говорят мне люди. Но я не бегу сейчас говорить, что я учитель, я могу служить, я вас научу Слову Божьему. Я просто учусь в церкви, возрастая в маленьких моментах, в маленьких деталях постепенно. И также люди, которые приходят в церковь, они должны научиться быть в церкви, быть частью служения, вспоможения — это огромная часть. Это важная часть, чтобы люди, которые трудятся в слове, могли больше уделять время Господу. Нужно, чтобы служение, вспоможение работало. Иначе это будет большой проблемой. Оно очень широкое. Оно глобальное. Оно вплоть до того, что мыть полы, приносить воды, подать машину, я не знаю, да все что угодно. Это базовое такое, базовые, да? Вообще простые вещи, которые может делать любой абсолютно христианин. Во-вторых, мы все призваны в том, чтобы быть в молитве. Каждый. Апостол Павел говорит, что я более всех вас молюсь и говорю иными языками. Мы все призваны к тому, чтобы молиться. И когда ты будешь молиться, это оживит твою жизнь, это покажет тебе вообще твое предназначение, твое определение. Если ты находишься на работе, никто не мешает тебе делать дела как для Господа. Все делать как для Господа. Работаешь на работе — работай как для Господа. Никто же тебя не говорит, что нужно сейчас завтра уволиться и пойти в служение. Нет, абсолютно. Если Господь тебе скажет, если у тебя есть какое-то призвание конкретное, связанное там с пятивидным служением, или конкретно быть в церкви на полном служении, то он тебе скажет, ты это услышишь, если ты его слушаешь, конечно. То есть есть все время такая поправка на то, что людям, чтобы определиться со своим будущим призванием, им нужно научиться, вообще Писание говорит в Исаии, классно там стих сказано, сила их сидеть спокойно. Вот иногда нужно посидеть спокойно. В современном веке мы все время носимся. Но вот сидеть спокойно, чтобы услышать слово, чтобы услышать, что Бог от тебя хочет. Люди не готовы. Люди ждут, что должно прийти сообщение через 2 минуты. А Бог иногда может и через 5, через 10 лет проговорить. И много-много из примеров служителей. Например, Александр Попов, который ездил с моим отцом, о котором стоит тоже отдельно рассказать, он был вообще пьяницей. Бог взял его в 40 лет, но потом он был частью пробуждения Оливеста, одного из глобальных пробуждений, которое было в Эстонии. Четвертый человек среди тех четверых, который там был, который благословлял, потом ездил по всему СССР. И мой отец катался с ним, он говорит, хотя он до 40 лет был пьяницей, но Бог его поднял. Поэтому я к тому говорю, что если ты с детства покаялся, верующий, будь в церкви, расти, учись, впитывай, принимай. И если ты призван к чему-то, ты не пропустишь. Бог готовит некоторых людей. Моисея, например, в 80 лет. К 80 только он потом пошел и вел народ израильский. То есть, а до этого что было? 40 лет в египетском царстве, 40 лет в пустыне. Так. Слушай, знаешь, под конец хочу тебя спросить. Думал ли ты, проводил ли аналогию? Есть знаменитая пирамида Маслоу. Да, конечно. Вот, изучал в университете, на экономическом факультете. Там, да, и базовый уровень как бы физиологических практически как бы, потребностей человека, да, должен быть закрыт для того, чтобы его как бы душевные силы, эмоциональные силы высвободились для уровня созидания, чего бы то ни было. Вот интересно, если мы смотрим на Священное Писание, просто вот как бы на историю, но мы понимаем, что как бы люди реально очень плохо жили почти всю историю. И, по сути дела, очень многие из персонажей Библии, они там иногда находились там на вот как раз уровне выживания, но очень часто, конечно, и выше. То есть апостол Павел, как бы он был из достаточно зажиточной семьи, там тот же... Петр, у него была богатая теща, да, например. Ну и сам, по сути дела, у него был весь инструментарий и все возможности для работы, да, дом, который мог вместить многих.
мы видим там тот же самый Авраам, например, здесь. Елисей, там и так далее, и так далее, и так далее. Много было и то есть вот когда мы людей приглашаем в служение, люди служат от избытка, или ты приглашаешь, вот даже когда человек на уровне выживания, как раз этим людям, может быть, нужно, как они на физическом уровне выживания находятся, так и на выживании как бы душевно-духовном. Ну, очень вот, просто. Напитаться. Здесь очень просто, что в мире говорят в здоровом теле, там здоровый дух, да, а я верю, что здесь обратное происходит. Мы знаем, что Бог нас создал по образу и подобию своему, потому что Бог есть дух. И мы, соответственно, первоочередная наша, кто мы есть, мы дух, который имеет душу и живет в теле. В Священном Писании это такая истина. Соответственно, когда Бог приходит в твою жизнь, Он изменяет твою жизнь, это может повлиять на все сферы. Сегодня очень часто мы сталкиваемся с тем, что у нас такая страстотерпция, у нас как бы такое учение в России, что ты должен терпеть, если вот Бог терпел и нам велел. На самом деле, мы немножко поддерживаемся другого учения, но и не преуспевания тоже, но того, что Бог, написано, Бог мой восполнит всякую нужду по богатству своему славе Христом Иисусом, апостол Павел говорит. Соответственно, то, как я это вижу, когда ты живешь Богом, ищешь Его лица, то Он обязательно благословит твою жизнь, Он обязательно восполнит твои нужды. Нужды, они тоже определяются тем, что ты живешь. Люди некоторые называют нуждами свою роскошь, но на самом деле нужды, они происходят из очень простого дела. Мы все свои помыслы отдаем во Христа, и Он, написано, преобразит ваши помыслы, и во Христе Иисусе соблюдет их. Поэтому нам нужно, чтобы они были соблюдены по слову. Авраам был обеспеченный, он не был бедным. Давид был обеспеченный. Да, он побегал немножко, но он был обеспеченный. Соломон, извините, он вообще был обеспечен. То есть Иисус, он тоже ходил в красивой одежде, питался хорошей пищей. Не сказано, что он там скитался, он мучился. То есть мы привыкли брать крайности. А давайте возьмем нормальное здоровое питание, что Давид говорит: никогда я не видел, чтобы праведник и его дети были голодными. То есть Бог, Он восполняет нужды, и Он может благословить даже сверх меры. И мы видим много примеров в церкви, сегодня их осуждают, говорят, они там учат преуспевание. Никто не учит преуспевание, мы учим о том, что Бог благословляет и восполняет нужду. И поэтому, ну, я лично в своей жизни вижу, что я достаточно обеспечен, меня Бог очень сильно благословил, моего отца, моих бабушек с дедушкой, из-за того, что ищите прежде Царство Божие и правды, во все стороны приложится, им прикладывалось это. Поэтому вопрос физических потребностей, он всегда высок. Люди всегда, если они живут своей душой, они всегда на этом акцентируют внимание. Но если ты будешь жить Господом, искать прежде Его Царство, то Он обязательно все остальное приложит. У меня бабушка, она переезжала с квартиры в квартиру в советское время, и ей выдавали бесплатно эти квартиры совершенно чудесным образом. Когда ее приставала мои родственники, дали одну квартиру прямо в центре Тарту. Потом, когда их стало больше в семье, их семеро было, в другую квартиру. То есть Бог, Он восполняет нужды. Мою бабушку, которая в Гатчине, тоже получали квартиры. Мой отец чудом купил квартиру без денег. То есть дом сейчас построил. И эти все вещи Бог всегда восполняет. Но вопрос в том, что люди говорят: да ты живешь этим. Да не живу я этим. Я живу Иисусом, а Он сопутствует и благословляет, потому что Он не может... Он есть тот, кто восполняет всякую пустоту. Он есть тот, кто восполняет, выравнивает всякие кривые пути. Он благословляет, только главное жить им. Вот это проблема людей, что они не готовы жить им. Они готовы жить богатством, чтобы Он их благословил. Нет, наоборот, живи им, и тогда Он тебя благословит. Но это потребует посвящения. Спасибо. Я бы попросила прям тебя буквально вот сказать вот эту последнюю фразу в камеру в конце нашей программы, да, потому что, мне кажется, это просто вот супер. Что именно конкретно? О том, что люди хотят, думают, что... Да, да. Вы, на самом деле, я скажу честно, кажется, что нужно жить физическими потребностями, и душа, она так склонна к тому, что она всегда говорит: я здесь, я хочу здесь, я хочу сейчас. Но если вы будете по-настоящему жить Господом, искать Его лица, и, как Писание говорит, ищите прежде Царствие Божие, правда Его, все остальное приложится вам, то это будет в вашей жизни. Но только вопрос в том, что это потребует от вас посвящения. А посвящение требует иногда лишений. И апостол Павел также говорит, что я был в скудости и в изобилии, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Но мы не должны забывать о том, что Христос – глава, Христос – центр. Поэтому если ты хочешь быть благословленным, хочешь, чтобы все твои нужды были обеспечены, то прежде ищи Его лица, и Он изменит твои мотивы, Он изменит твои намерения, Он изменит твое сердце, и ты найдешь свою жизнь богатой в Боге. Не материально, а богатой духовно, и материально тоже приложится, потому что Бог, Он восполняет все, Он благословляет, и Он никогда, Он не есть Бог недостатка, Он есть Бог полноты. И это мы знаем, потому что Он есть полнота наполняющего все во всем. Будьте благословенны.